тетик, с днем рождения! Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала! О, какая вкуснятина, пицца, нельзя не соблазниться, шашлыки, овощи, блин, наша любимая. Дед наш любимый, братишка, племянница. Дань, мой внуки, мои золотые. Лариса, именинница. Всем привет. Сегодня собрались отпраздновать день рождения моей сестры, Ларисы. Привет. Всем привет. Ее поздравить приехал наш друг с Челябинска, Степан. Какой Челябинск? Ой, извините, Сулянского, Степан, прости, дорогой. Это дочь, конечно, с Казани, муж. Это внуки, внучки, бабушка наша, мама. Это дедушка наш, любимый общий. Это вот мои внуки. Шашлыки, природа и рыбалка, совместим все вместе. Ну что, муж, скажи пару слов. Поздравляю тебя с днем рождения. Да, с днем рождения, что? Сама знаешь. Люблю, обожаю. Чтобы ты всегда была рядом, чтобы всегда была такой же красивой, доброжелательной. Спасибо. И чтоб нам жить долго и счастливо. Да. Ура! Святую воду налили? Наливайте святую воду. Тут, конечно, нету сыновей моих трех, ее дочки нету, зятя. Второго зятя нету, вот наш свой круг уж. Многие нету. Моей снохи нету и... А вкуснятина природная. Поздравляю тебя, товарищ. Как сказал мой родитель, 26-го я... Пораньше думал, что я 26-го иду с работы. Ну, как и вот, освободиться тебе. Спасибо, дядя Сёж. Сам знаешь, я себя ответить не могу. Подарки не могу. Спасибо, дядя Сёж, спасибо. Что такой даль приехал? Себя ответить купить не можешь, на лавкрузере ездить. Ни хрена себе. А ну мне дашь, если много. Это что, юбилей, что ли? Тебе сколько лет-то сегодня? 18. А, 18. Ну да. Ну что, рыбу кто поймал? Дань, поймал рыбу? Молодцы. Дедушка, ты что? Дедушка отдыхает, наелся. Святую воду что-то напился? Святую воду напил. Ну что, Ларис? И в конце концов, я тоже рада, что мы сюда выехали. Конечно, моей дочки нету, моих племянников нету. Так жалко, конечно. Но я все равно рада очень. Мама, ты, сестра, дочка моя, дядя Степа, с Толиком приехала. Вообще, я... Вообще, слов нет. И мои внуки все здесь. Как хорошо? Дим, помаши рукой. А? Тоже был день рождения недавно. Да, Дим, сколько раз отжимаешься, а? 40. 40 раз отжимается правильными, всеми правилами. Молодец. Молодец. У меня внук, да? Посмотри сюда. Закончил на пятерке, музыкальную закончил на пятерке. Третий год уже. Вот, друзья, погода у нас, вот это наше место, рыболовное. Вот тут я на том стороне поймала рака тогда и большую рыбу. Вот. Амель. Опа! Это внучка моей сестры. Как тебя зовут? Амелия. А я кто? Любимая тетя. Любимая тетя. Я у тебя, да, ну дай поцелую я тебе. Моя золото, моя красотулька. Он рыбу ловит. Деда Федя рыбу ловит, да? Данил рыбу ловит. Ой, ты молодец, умница, красавица. Ой, друзья, хорошо. Вот внук сколько наловил рыбы. Даня, да, Максим. Скажи, как тебя зовут? Максим. Максим. Что вы там нашли? Покажи, покажи, Роксан. Ай-яй-яй, ай, красиво. Так, все говорят по-английски. Куда поплыл? Так, гулянка продолжается. Лена, я нагрелся. Федя вон и нагрелся, и согрелся. Так, на лодке. Трой на лодке, не считая собачки. Данил, сюда смотри! Это вспоминал Тон. Даня! Ульяна Мели спит? Дядь Степа, как Ульяновск? Нормально, идем. Все нормально, да, хорошо. Да ладно, ты давно не приезжал к нам вообще. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, ну давайте, Максим, пока! Давайте. Смотри, мне маленькую лодку взять. Давай я попробую. Именинница? Не надо. Че, не надо? Иди к деду вперед, вперед, сядь к деду. Он нормально сидит. Давай, залазь, мама, залазь. Руку давай. Все нормально. Пускай сидит на подушке, специально взяли, мама. Сядь, туда, сядь. Мам, иди сюда, мам, сюда иди. Иди туда, сади.
подожди. Давай веревку, веревку мне. Иди, тут так, мы дорогу дорогу. Лучше на новой лодке. Нормально двоих держит. Да-да. А та лодка сколько человек выдерживает? Да, блядь, она троих будет взрослым. Ну, друзья, день рождения у нас так проходит сегодня на природе. Кто катается, кто рыбку ловит золотую. Роксан, помаши! Спасибо. Я думал, шашлык он делает. А друзья остались. Друзья, если вам понравился наш отдых, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока.